Считается, что сентябрь – кризисный месяц для дошколят после продолжительного летнего отдыха. Казалось бы, какие проблемы? Ребенок возвращается в свой коллектив, к своим друзьям, по которым успел соскучиться за время каникул. Но вдруг каждое утро в семье начинается с капризов, а на пороге садика дитя закатывает родителям настоящие концерты «Не хочу, не пойду». Процесс адаптации малыша к детскому саду может протекать по-разному и длиться приблизительно от 2 до 4 недель в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. В нашем детском саду проходит большое количество мероприятий, поэтому, когда детки приходят в детский сад после летних каникул, им проще адаптироваться, потому что они тут же вливаются в жизнь нашего детского сада, во все эти мероприятия, и у них эта адаптация после лета проходит более легко и несложно для них и для родителей. На базе детского сада комбинированного вида номер 76 работает консультационный центр. Родители воспитанников и даже те, чьи дети не посещают детский сад, могут обратиться по телефону с интересующей проблемой по поведению детей. А вопросы возникают самые разнообразные – от адаптации ребенка в детском коллективе до перечня документов, необходимых в будущем для оформления в дошкольное учреждение. Все эти консультации они могут получить в нашем консультационном центре, на котором работают несколько специалистов, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, логопед и наши воспитатели. Они подают заявку в детский сад, мы рассматриваем ее и приглашаем на консультацию. Это проходит у нас по понедельникам, отведен на консультационный центр у нас 1 час. Телефон у нас 8-496-55-1-00-81. Либо вы можете обратиться на наш сайт детского сада, где вся информация у нас размещена, график работы, какие специалисты у нас работают. Также там уже выложены некоторые консультации, которые наиболее интересны для наших родителей. Также специалисты консультационного центра помогут родителям определить уровень психологической готовности их ребенка к обучению в школе и уровень развития его познавательных процессов. Остается добавить, что любому взрослому, тем более ребенку, очень сложно адаптироваться к рабочему режиму после отдыха, где он ел, пил, спал, сколько захочет, и получал море удовольствий вместо обязательств. И совет родителям один и очень простой – запаситесь терпением, и ваш малыш обязательно привыкнет к переменам. Ирина Самойлова, Кирилл Григорьев, День города.